Ну, где ты сейчас? Сейчас вот выехал налево к Нику туда вниз. Может, направо? Не, налево. Может, и не к роднику, просто налево повернул, как мы с Наташкой ездили. А, так вы, наверное, по Домодедовской трассе-то перли. Думаю, да. Я тебя записываю на iPhone, чтобы ты потом свой голос послышал. Посчитай какую-нибудь читалочку. Раз, два, три. А, я думал, ты поедешь вокруг родника, а если так, то да. Сколько у тебя на этом на одометре уже? 2 километра. Ну вот, небольшие помехи пошли у тебя. Справа прекрасно слышно. Ты меня будешь слышать лучше, чем я тебя, потому что у меня рация чуть мощнее. Понятное дело. Вот если я вот так включу усилитель, как сейчас включил, то ты меня можешь слышать вообще километров на 15. Но я тебя уже не буду слушать. Уже баллов где-то на 6 из 10. Ты до овощной палатки там доехал уже? Проехал. А, то есть тебе осталась прямая дорога до Домодедовской трассы, да? Ну вот, все хуже и хуже. Вот у меня тоже такие пошли, как видите, маленькие. Но вот это именно ты меня будешь, так сказать. О. Уже 3,2 километра. Вот уже неразборчиво. Сколько было километров? Расслышал 4. Но уже совсем плохо. Короче, уже совсем плохо тебя слышно. Давай, сильно не гоняй. Все, созвонимся, покеда. Не забудь там переключиться в пятнашку, пока.